Доброе утро, друзья! На часах буквально 9 часов, и мы уже спешим, потому что сегодня концерт, посвященный Дню Учителя. Что хочется пожелать? Конечно же, терпение, потому что терпение, по-моему, это самое главное, что должно быть у преподавателя. Потому что не у всех все сразу получается. Поэтому терпение и крепкого здоровья. С праздником, дорогие учителя! Магическое слово «учитель». Девочки, тише, вас слышно. Во все времена учитель был человеком, к которому шли за советы. Учитель – человек, который формирует будущее любой страны. И не может быть... Все тихо стоять. Если ректор говорит. В образовании. Я понимаю, что есть сегодня проблемы, о которых мы с вами... Друзья, знаем. Это закулисная жизнь, скорее всего, когда я вот уже все почти ноги оттоптал со своим блогом. Что очень скоро... Хочешь, не хочешь, то, что я на концерте, что ты должен вести себя как всегда. Мы все заработную плату, мы все ждем... И посрать, что у тебя там на гамме, или что на рука, или еще что-то. Я глубоко переживаю, что это будет. Витка, наш худрук, она переживает, ребят. Вита, все хорошо, не парься. Я в такой же жопе был, ничего страшного. Мы тут тоже потанцуем. Все.
местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Друзья, закончился концерт ко дню учителю. Вот, выступили. Говорят хорошо, и это, наверное, самое главное, когда публика тебя хорошо принимает. Согласен, Дим? Да. Да, вот. Так что мы очень довольны, что мы смогли подарить публике, зрителям нашим, да, хорошее настроение. Тем более в этот прекрасный день. Идем сейчас туда. В общагу, для того, чтобы готовиться к поездке на Покровскую ярмарку, которая будет у нас в Запорожье. Да, кстати, а также мы готовимся на Зурепад. Вот. Покорять Запорожье будем. Ну что, ладно, я отключаюсь. Мы идем пешком в общагу, так как денег даже нет на маршрутку. Вот. Дима орит, это не обязательно орит, но типа публичный человек всегда хочет быть на, этом, на хорошем счету. Да, Дима орит, решили проветриться. Да, Даян? Да. Ты проветриваешься? Да, после тяжелого. У него даже рубаса не было на кофе, понимаете? Пришлось позычить человеку. Да, а у меня был рубас, мелочь, по 5 копеек я позычил человеку. Позычил, за банку закупил. А, не, я не позычил, я просто доказал. Господи, это же гривна, это гривна, гривна, всего лишь гривна, которую я отдал. В общем, переключаюсь и говорю всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, но вас так мало, хочется, чтобы вы было вас побольше. Да, чтобы вас было побольше. Дима говорит, что я вообще не умею вести блог. Говорит, что все херня. А, и Даяна говорит, что она с Димой согласится. Короче, ребят, кто говорит, что у меня все херня, это не говорит о том, что я брошу
и не буду продолжать делать свое дело. Я буду продолжать, потому что не все сразу получается так, как ты этого хочешь. Аля, вообще, до какого года ты хочешь дожить, Дима? До 300. 300 лет. Представляете человека, которому 300 лет? Ё-моё. Друзья, если вам понравился мой блог и все то, что я делаю, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал. Буду всем очень рад. Спасибо за просмотр, удачи. С вами я, ваш сэр Алекс. Друзья, вот вы думаете, что на самом деле тут легко стоять, вот это покрашено. Расскажи, какие ощущения вообще вот за покрашенной стоять? Покрашенной стоять замечательно. Я думаю, что это полный пи***, если честно, нет? Стоять неподвижно, потому что затекает шея и спина очень сильно. Ну ты хоть бабки зарабатываешь, читать бесплатно. Мы вообще волонтеры. А, это волонтеры. Понятно, не то что Киев, там все за бабки, а здесь, видите, все бесплатно, можете подойти, сфотаться и все такое. Ну ладно, желаем тебе удачи, держись. Может тебе сыра принести, поесть, там все такое. Давай потом. Ну что, ты уже стоишь 3 часа, даже не поела. Нет? Похавать принести? Потом. Ладно, потом просит покушать, поеду чуть позже.